эфире телеканала ННТ «Новости Дагестана». В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте. И вначале короткий анонс. Единственный в Северо-Кавказском федеральном округе в Каспийске открылся реабилитационный центр для детей. Лучшее лечение – это профилактика, особенно когда речь об онкологии. О бесплатной акции московских врачей в 3-й городской больнице смотрите в выпуске. Прочность – основа всего. О всех преимуществах качественного строительства объектов расскажут наши корреспонденты. Лучших отметили наградами и премиями. В Министерстве спорта чествовали вольников по итогам прошедшего года. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар-Махачкала, съехал в кювет и опрокинулся. Все случилось на трассе в Ингушетии. По данным Минздрава, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса погиб на месте. Еще 14 получили травмы, и четверо из них в тяжелом состоянии. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в местные больницы. В Каспийске состоялось открытие уникального реабилитационного центра для детей. Учреждение создано при поддержке сенатора Дагестана Сулеймана Керимова. В торжественном мероприятии приняли участие глава региона Сергей Меликов, муфтий республики шейх Ахмад Афанди, госсекретарь Магомед Султан Магомедов и другие официальные лица. Вы делаете великое дело, и, наверное, наградой этому будут не только аплодисменты, но и оценка всех, кто сегодня принимает участие в подобных акциях, и всех, кто эти акции организует и проводит в Дагестане. Поэтому еще раз я вас поздравляю, спасибо огромное всем, кто принял участие. Успехов вам в этой работе. Дай Бог, чтобы этот центр работал и приносил пользу не только деткам, но и всем нам, потому что если они будут счастливы, будем счастливы и мы. Спасибо. Хочу сегодня особенно поблагодарить главу республики Сергея Алимовича, Керимова Сулеймана Абусаидовича, Султана Бигулатовича за открытие такого центра. Все, что касается детей, это важно и должно решаться в первую очередь. Пусть эта радость, которую вы подарили сегодня многим семьям в Дагестане, станет защитой для вас от испытаний этого мира и хорошим сигналом для других дагестанских меценатов. Этим детям пусть этот центр увеличит возможность учиться, трудиться и быть полезными членами нашего общества. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Шейх Ахмад Афанди и Сергей Меликов оставили на доске реабилитационного центра наши друзья, отпечатки своих ладоней, а также пообщались с пациентами учреждения. Нет. Расскажи стишок, какой ты знаешь, расскажи. Пусть мир будет на всей планете. Пусть войну не знает ни взрослые, ни дети. Молодец! Как тебя зовут? Меня Амир. Молодец. Ты не боишься зубки лечить? Нет. Молодец. Объект рассчитан на 600 детей в возрасте от 1 года до 18 лет. Это единственный центр в СКФО, где проводят процедуры восстановления полноты движений детей-инвалидов с помощью новейших роботизированных технологий. Все услуги предоставляются бесплатно. В 3-й городской больнице Махачкалы состоялся бесплатный прием пациентов врачами из Москвы. Благотворительное мероприятие было приурочено к Международному дню онкобольных, который отмечался накануне 15 февраля. На обследование к специалистам пришли порядка 200 человек. Подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Что сейчас беспокоит? Меня на одной стороне киста, на другой стороне моста. Лодочная железа, да? Сейчас будем с вами смотреть еще. 5 онкологов из ведущих московских клиник приехали в Махачкалу. В 3-й городской больнице в течение дня они провели бесплатный прием пациентов. Сегодня на рабочих местах организован прием для просмотра имеющихся дисков, снимков, заключений для решения дальнейших курсов лечения и назначения, если и возможность, и необходимость есть, то
как бы госпитализация уже в Москву. Жалобы пациентов самые разные, от головных болей до спазмов в желудке и в области груди. Эффективное лечение – своевременная диагностика, отмечают специалисты. Наиболее часто пациенты обращаются с заболеванием молочных желез, это касаемо женщин, рак легкого, с патологией легких встречаются как среди мужчин, так и среди женщин. Ну, известная поговорка, да, то, что у страха глаза велики, и действительно бытует мнение среди самих пациентов и среди некоторых врачей о том, что многие формы рака, которые встречаются, они не излечиваются. На самом деле в последние годы произошел большой прорыв в лечении заболевания, и в том числе даже запущенные формы можно сейчас стабилизировать, привести в хроническое состояние. Части опухолевых заболеваний можно, в общем-то, привести в стойкую ремиссию. Самое главное – это, наверное, проводить регулярные обследования на более ранних формах и стадиях, выявлять. Благотворительный прием удалось организовать благодаря фонду «Инсан» при поддержке Минздрава Республики. Главная цель акции – напомнить людям о важности своевременного обследования, потому что лучшее лечение – это профилактика и предупреждение, а в случае с онкологическими заболеваниями это приобретает особенную важность. Хамзнур Магомедов, Алиас Хабмагомедов, Дулгасанов, телеканал «Ананте», Махачкала. Социальный фонд Дагестана открыл первый в республике центр общения старшего поколения. Площадка предназначена для людей зрелого возраста, которые намерены продолжать активный образ жизни, получать новые знания и яркие впечатления. Отметим, что под эту категорию в Махачкале попадает около 125 тысяч человек. Помимо образовательных программ, пенсионеры смогут совместно просматривать здесь любимые кинофильмы, читать произведения и проводить время за настольными играми, а главное – общаться. В планах проведения лекций по повышению финансовой и компьютерной грамотности. Все необходимые договоренности с партнерскими организациями по этим вопросам уже достигнуты. К другим темам. Один из важных выборов в жизни – это выбор жилья. К этому шагу необходимо отнестись очень серьезно. Поэтому нужен контроль с самого начала. Строительная компания «Айвел» показала, как обстоит процесс на примере своего объекта. Комплекс строится на благоустроенной территории рядом с духовным центром. На стройке побывала Патимат Ханапова. Ей слово. Прочность где? Где прочность? Прочность где? Такой вопрос точно никто никогда не задаст строительной компании «Айвел», потому что слово «прочность» здесь не пустой звук. Как известно, в строительстве основой всех основ является фундамент. Его качеству застройщик и уделяет особое внимание. Самое трудоемкое и самое затратное – это у нас фундамент. Не все застройщики уделяют этому большое внимание, как бы экономя средства на нем. Но мы к этому более серьезно отнеслись, тем более в свете последних событий. Ни для кого не секрет, да, что самое важное в строительстве, можно сказать, это фундамент. Мы не пожалели средства, и там у нас заложено где-то порядка 60-70 сантиметров песчаная подушка. Потом геотекстиль, полностью по контуру идет дренажная система. Материалы, используемые в строительстве этого комплекса, проходят проверку в специальных лабораториях. На прочность испытывают все, от арматуры до бетона. Образец должен быть взвешенный. Ближе микрофон. 2,300, 2,230. Затем уже устанавливаем подвесы. Проводим работу. Рабочую систему, пресс. Когда бетон прошел свои испытания, 392, на сегодняшний день 400-я марка бетона. Бетон на сегодняшний день соответствует ГОСТу. В свете последних событий в Турции и Сирии особенно остро стоит вопрос сейсмостойкости домов. Важно, на каком грунте стоит здание и каким может быть тип колебаний на застраиваемой территории. Компания «Айвел» учла и эти серьезные нюансы. Исходя из карты сейсмо-районирования, которая у нас проводилась, вот наш данный жилой комплекс попадает под 8-бальную зону. И в соответствии с этой бальностью проводятся все работы с самого начала, от проектирования и вплоть до сдачи в эксплуатацию. Ну и самый актуальный на сегодня вопрос по новостройкам. Есть ли у застройщиков полный пакет разрешительных документов? Строительная компания «Айвел» соответствует всем предъявляемым требованиям и стандартам, что дает уверенность в безопасности ваших вложений. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. И к
новостям спорта. Лучших дагестанских вольников по итогам 2022 года поощрили премиями. Абаз Гаджимагомедов и Зелимхан Абакаров заняли первые места в рейтинге борцовского портала в resdag.ru. Хасавюртовец лидировал в списке дагестанских спортсменов, а его земляк, выступающий за сборную Албании, признан лучшим в рейтинге легионеров. Чемпионов мира разных лет принял министр спорта республики Сажид Сажидов. Он вместе с президентом региональной федерации борьбы Гайдаром Гайдаровым вручили лауреатам памятные статуэтки и денежные премии. Федерация также учредила призы для лучшей спортшколы прошлого сезона. Таковой признали Хасавюртовское училище Олимпийского резерва. Так что передадите этот кубок школе, вашей школе Олимпийского училища. И вот здесь Магам Гусейнович очень любит трико. Здесь 15 трико. Передашь Магаму Гусейновичу. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире.